Смирно! Садитесь, товарищи. Дело, которое я презираю больше всех упваиния, это ипокризия. О, я слышу лисанизм, что мы победаем, что на сектаризма реения растет больше. Товарищи, это обман. И обман пахнет смертью и поражением. Войну вы победаете, только истребляет врагов. И знаете, что мы бьемся? Мы бьемся за солдатами. Это маленькие, очень дикие звери. Для них нам надо охотника. И знаете, я охотник. Теперь, с этого момента, не будет больше репрессалей против гражданских населения. Это была смешность. Это была слабость. Товарищи, если лиса украла ваши курицы, или вы убьете вашу свинью, потому что она видела лису, нет. Вам надо гонить лису. Найди, где она живет, и уничтожь ее. Ну, как вы можете делать это? Будь лиса.